Они зовут его Всемогущим. Жемчужина в короне Красного Легиона и детище его лидера Доминуса Гоула. Гоул подчинил себе сотни миров. Сопротивление наказывалось смертью. Видите ли, Всемогущий уничтожает звезды. Честолюбие Гоула не щадит никого и ничего. У него одна цель — заполучить Странника и его свет. Сейчас Всемогущий нацелен на наше солнце. Иными словами, война окончена. Мы проиграли.